Привет, Китай, я Романович, и последнее время я что-то как-то дико переключился совсем на другую тематику: смартфоны, колонки, но то, с чего я начинал, посылки из Китая, всякие интересные ништяки, которые можно заказывать, я что-то как-то плавно от этого отошел. Давно не было реально посылок из Китая, и вот сегодня вот такая вот огромная. Она мне реально мешала последние, я не знаю, ну сколько, недели, наверное, две. Тихо. Последние недели две она мне реально мешала проходу в коридоре. Не было просто спасу с нее. Я ее пинал. Самое главное, как я ее доставлял до себя. Мне никто ее на дом не привез. Эта посылка пришла на специальный центр. И я ковылял за этой посылкой. А потом эти 20 килограмм счастья тащил к себе на 6-й этаж. Как-то доставал из машины. Короче, это была полнейшая жопень. И сегодня они пожаловали к нам. Я не буду заставлять вас гадать, а что же здесь? Напишите в комментариях, поставьте на паузу, что в этой посылке. Я не буду этим заниматься, просто смотрите, вот кто, вот эту вот фирму, она Кубин написано, да? Кто частично знаком с тематикой, тот понимает, что это за посылка, то есть моментально я его ничем не удивил. А кто не знаком с тематикой, то зачем я вам буду спойлерить, мы просто аккуратно и потихоньку все это будем потрошить один за другим, причем вот таким наглым образом. Главное, чтобы все осталось в целости. 21 килограмм счастья мы с вами. Так. Ну и теперь, я думаю, вообще все карты потихоньку раскрылись. Вы мне постоянно прописывали таких пропиздонов, что я, мол, типа, телефоны, это скучно и неинтересно, колонки, ну как ты затрахал? И знаете, мне самое интересное было, а что тогда заказывать? Вроде бы до этого все заказывал то же самое и не затрахивало, а сейчас все затрахало. Ну как вам такой подгон? Вот, специально для вас, для самого интересного контента, заказал велосипед. Я вам могу сказать честно, что последний мой велосипед в жизни — это была Десна. Если кто в курсе этой фирмы, они были вместе, АЭС, Десна, в одно время. Это были последние мои железные товарищи. Все, а теперь у меня только один железный конь — это машина. Велосипеда у меня не было, ну как-то что-то как-то я отошел. Давайте будем внимательно смотреть, потому что он пришел в разборе. Он пришел с магазина JD, у которого склад находится в России. Это очень прекрасно, что в России он буквально до меня дошел за дней-два-три, наверное, дня примерно он до склада дошел. Спокойно я забрал его. Ну, единственное, к сожалению, мне пришлось его довести собственным образом. Ну и опять же, они мне доставку предлагали, DPD, но я просто не захотел. Примерно как-то так наш выглядит железный конь в разборе. То есть в данный момент из Китая, получается, я сейчас ничего не прикручивал. Он приходит, то есть рама, она здесь не разборная. Снят руль. Снят, понятное дело, первое снято колесо с вилки. Вот оно. Здесь открученные педали. И, соответственно, нет у нас сидушки. Ну и, блин, еще, наверное, что-то по мелочи. Я просто сейчас так сразу не пойму. Ну и главная вообще особенность еще современных велосипедов — то, что уже здесь дисковые тормоза. Вот он, дисковый тормоз, раз. То есть это уже более надежная, конечно, технология и конструкция. И второй дисковый тормоз будет 2. Здесь колеса 26 дюймов. Еще главная особенность этого велосипеда — он стоит 16 тысяч рублей в данный момент. Но на распродаже 11.11 он будет вообще с бешеной, как говорится, скидкой. Опять же, это мне китайцы пообещали, они сказали, что твоим подписчикам выделим скидку на этот велосипед. Посмотрим. Так вот, главная его еще особенность в том, что с ним идет огромное количество подарков. То есть ты покупаешь велосипед, и тебе в придачу огромное количество подарков. Это так писали, опять же, китайцы на своем
этом странице велосипеда. Огромное количество подарков лично вам. Ну и давай до конца разберем, кстати, подарки чуть позже. Вот мне кажется, вот этот ремкомплект нам надо разобрать и посмотреть, что здесь и как. Вот они, педали. Я так понимаю, это на переднее колесо как раз-таки дисковый тормоз, который мы еще установим. И вот он комплект. Это у нас седло. Да, прям так и называется седло. Причем китайцы нам как обещали, что оно очень офигенно подстраивается под вашу уж задницу. То есть идеально на нем сидеть. Но опять же, ну китайцы, ну я же это не могу не показать людям. Ну то есть как бы вы сидушку делали, но здесь соплей накидали. Полный кузов, блин, под сидушку. Ну что такое? Ну вот это вот хотя бы можно сделать хорошо? Ну, ё-моё, самая эта мелочь и нифига не получается сделать хорошо. В комплекте вам не надо дополнительно брать нигде покупать крылья. Крыло сзади на таком велосипеде, тем более если он предназначен для бездорожья, это вообще, наверное, первое, о чем нужно позаботиться. То есть, это еще и спереди крыло маленькое. Это первое, о чем можно позаботиться, потому что грязь и вся остальная чепуха будет у вас на спине, и это нехорошо. Ну, вот такие дешевые крылья, давайте сразу будем говорить, это не какие-то там офигенные крылья. В то время металл у меня был в детстве, сейчас пластик, это прям дешевый пластик. Если что-то случайно где-то лясик упал у вас, то все, до свидания этому крылу, прям я уже чувствую рука. Ну и теперь дело дошло до подарков. Все, что нам обещали китайцы, сейчас мы обязательно проверим. Начнем с того, что у нас в комплекте идет неебический, извините меня за выражение, насос, который уже течет. Господи, смазка, походу, вся ушла куда-то вот сюда. То есть он очень дико сухо идет. Пацаны меня поймут, когда сухо идет, это очень плохо. Опа, стоять. Фонарик. Фонарик, причем, что писали, что и сзади будет фонарик, и спереди будет фонарик. И самое мне нравится то, что фонарик, знаете, я думал, может быть и металл, еще из чего-то, такой серьезный. Пластиковый. То есть полностью пластиковый фонарик, я такой вообще, наверное, впервые в руках держу. Ну максимально, то есть выкрутились из ситуации, куча вам подарков, но при этом это будет не что-то там прям ультра какой-то фонарь, который осветит где-то метров 20 хотя бы вперед. Это фонарь будет, ну, такого посредственного качества. Дальше идет в комплекте вот такая вот сумочка. Очень приятно, китайцы, очень приятно. Я застал же еще те времена, когда это был звонок, прям будь здоров звонок. То есть вот этот позвонил и пол улицы услышала, что все, надо расходиться. Китайцы, это что такое? Что еще в комплекте? Еще в комплекте крепеж. Крепеж. И самое главное, что нам китайцы пообещали, это противоугонную систему. То есть вы можете не переживать, что там бежать в магазин, только купили этот велосипед, бежать в магазин, что-то с этим делать. Китайцы говорят, будет вам противоугонная система. Вот такой вот трос, но он реально, блин, он реально, я не знаю, сколько жильный, но он такой прям жесткий, на магните, да, магнитный трос. И вот такой замок. Я не знаю, насколько этот замок надежен. Ей-богу, я не представляю, что вот этот замок что-то серьезное решит, конечно, если ваш велосипед решили увезти. Но, по сути, что? Ага, и все, закрыл. Но, по сути, ну хотя бы что-то есть в комплекте. То есть, если пока вы буханку хлеба будете покупать в магазине, ну, наверное, не украдут. Может быть. А, ну и бутылка. Бутылка — это вообще самое главное, причем что с держателем. Сразу у нас есть держатель для бутылки. Блин, ну как сказать, опять же, учитывая, что это все бесплатно и типа идет в комплекте, то, наверное, стоит порадоваться. Что, она не воняет хоть? Ну как сказать... Yeah.
Распродажа 11.11 проходит не только в рамках AliExpress. Я вас уже до этого предупреждал и об этом вам рассказывал. Распродажа 11.11 проходит еще и на JD, к примеру. Самое прекрасное, что есть в этой распродаже, это купон на $5 для новых покупателей. И вы меня спросите, а откуда он действует? Ну типа, какую сумму нужно набрать, чтобы этот купон начал действовать? $45. Мне кажется, это вполне очень лояльные условия. $45 минус $5. То есть какой-то товар стоил 45, вы его купили за 40. Какой-то товар стоил $100, вы его купили за 95. Ну и так далее, и так далее. Схему вы поняли. Ну а что касается самого календаря распродажи, то, наверное, я бы здесь обратил главный день, это 10 число. То есть, смотрите, распродажа 11.11, ну, на JD она уже стартовала. И, например, 6 числа бренды и магазины будут. 7 числа, 7 ноября, автотовары будут. Что касается 8 числа, здесь будет различный рейтинг товаров и какие-то будут глобальные скидки. 9 числа будет все для сада, огорода и дома. Ну, не знаю, я, наверное, этот день пропущу. Что касается 10 числа, то это, наверное, один из самых интересных дней. Это электроника. Сюда входят смартфоны, наушники, MP3-плееры, колонки и так далее, и так далее. В том числе и телевизоры. Ну и 11 числа, 11-12, это финал, когда абсолютно на все есть скидки. Мне кажется, что JD стоит посетить, посмотреть. Тем более, вот может кому-то показалось, что мне за это дали бабок, да? А я за разнообразие на самом деле, чтобы люди не только на AliExpress старились, а путем проникновения что в один магазин, что в другой, смотрели, где дешевле, и там затаривались. Вот на самом деле вам-то должно быть похер, какой это магазин. Главное, чтобы у вас была выгода в кармане. Ссылки на распродажи в описании под видео. Оцените моего железного коня. Вот так он выглядит в сборе. Это литые диски. Вы посмотрите, как они сочно смотрятся, когда он был в разобранном состоянии. Конечно, это не так все дело смотрелось, но когда литье смотрится вот так вот, прям воочию, уже на собранном коне, это, конечно, смотрится эффектно достаточно. Но у литых дисков есть и свои минусы. Конечно, первое то, что они не ремонтно пригодны. То есть зачастую, как и с тачкой связаны, если что-то случилось с литым диском, то все, до свидания. Второе, наверное, то, что они достаточно дорогие. Как бы то ни было, велосипеды на литых дисках стоят дороже, чем на простых дисках со спицами. Ну и третье, наверное, главный еще минус этих литых дисков, то, что прибавляют они нехерово так в весе. То есть велосипед реально весит, ну, примерно 20 кг. Ты берешь его в руки, и ты чувствуешь эту мощь. То есть, если ты где-нибудь будешь гонять, я не знаю, ну, типа, предположим, в деревне, в загородном доме на даче, то это, в принципе, все нормально. Но если тебе постоянно надо его таранить домой, где-нибудь, если живешь в пятиэтажке без лифтов, без всего, ты реально охереешь от жизни. Ну, из плюсов, конечно же, это внешний вид. То есть, ну, ты вы поглядите. Вы поглядите на этот внешний вид. Вот так вот, вот так вот. То есть это внешний вид, безусловно. Здесь, честно говоря, тяжело спорить. Ну и, конечно, они достаточно прочные. То есть на этих дисках прям нехерово так можно без проблем наваливать. 16 000 рублей велосипед этот данный стоит в данный момент. Еще если у китайцев выбью купон, то вам где-нибудь в описании оставлю и расскажу об этом. Может быть, его где-то за 14 000 можно будет взять. И самое главное, что тест в скором времени вы увидите на канале. Там будет еще, я бы сказал, тест с эксклюзивом. Туда мы добавим немножко эксклюзива, и вы поймете, что стоит ли покупать данный велосипед или нет. Конечно, тест будет на улице. Тест будет по небольшим ухабам, потому что китайский велосипед, китайский маунтинбайк не предназначен для серьезных ухабов. Вот это тоже важно помнить. Подписывайтесь на канал, ставьте на колокольчик. Ну и все, давайте, красавцы. Пока.